Статья 204.1. Посредничество в коммерческом подкупе. Посредничество в коммерческом подкупе, то есть непосредственная передача предмета коммерческого подкупа, незаконного вознаграждения, по поручению лица, передающего предмет коммерческого подкупа, или лица, получающего предмет коммерческого подкупа, либо иное способствование этим лицам в достижении или реализации соглашения между ними о передаче и получении предмета коммерческого подкупа, в значительном размере. Наказывается штрафом в размере до 400 тысяч рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, или в размере от 5-кратной до 20-кратной суммы коммерческого подкупа, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до 5-кратной суммы коммерческого подкупа или без такового. Посредничество в коммерческом подкупе, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. За заведомо незаконные действия, бездействия. В крупном размере. Наказывается штрафом в размере до 800 тысяч рублей. Или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев. Или в размере от 10-кратной до 30-кратной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или без такового либо лишением свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 30-кратной суммы коммерческого подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или без такового. Посредничество в коммерческом подкупе, совершенное в особо крупном размере. Наказывается штрафом в размере до 1 миллиона 500 тысяч рублей. Или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года 6 месяцев. Или в размере от 40-кратной до 70-кратной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет или без такового либо лишением свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом в размере до 40-кратной суммы коммерческого подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет или без такового. Обещание или предложение посредничества в коммерческом подкупе. Наказывается штрафом в размере до 1 миллиона рублей. Или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года. Или в размере от 10-кратной до 20-кратной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового. Либо ограничением свободы на срок от 1 года до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового. Либо лишением свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 15-кратной суммы коммерческого подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового. Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и, или, расследованию преступления и добровольно сообщило о совершенном преступлении в орган, имеющий право возбудить уголовное дело.